Маркос? Алексиос Хайре! Как? Я не тратил времени даром. Некогда объяснять. Помоги. Да чего проворен? Донеси меня до дома. Он по ту сторону горы. Тащить тебя всю дорогу? Я так слаб, так хрупок. М-да. Маркос, виноградник, снова? Я сама последовательность, друг мой. А, вот так. Когда нужно скрыться, ты лучший. Не за что. Алексиос, прошу, располагайся в моем новом доме. Конечно, я не ждал гостей, но нужно быть готовым ко всему. Вина? Маркос, не верится, что ты здесь. Напрасно, друг мой. Я человек не одного города, но многих. Кто я такой, чтобы лишать мир того, что я могу предложить? Ты проделал долгий путь. Кстати говоря, ты тоже. Ну, ты нашел то, что искал? Да, я нашел маму. Вот так совпадение. Я тоже. Здесь, на Косе? Ее дом здесь, значит и мой тоже. Познакомься, мама. Свою маму? Ты говорил, что она мертва. Да, это приемная мама. Мы стали так близки, она сама настояла. Хватит, Маркос. Правду. Ну, мама владелица виноградника. Его хотели продать на аукционе после смерти ее мужа. Я не мог не вмешаться. Значит, ты решил ей помочь. Благородно. Нелепо, что такая чудесная женщина не может получить свое наследство. Теперь мы ведем дела вместе. Все верно, мама? Молчание – знак согласия. Она делит землю с любимым сыном. Со мной? Неплохо ты тут устроился, Маркос. Ха-ха! Не зная тебя, решил бы, что ты серьезно. Теперь я часто смеюсь. Ты так не веселился, когда сидел в крепости. А, к слову сказать, у меня возникли неприятности. Неудивительно. Но ты можешь избавить меня от них, правда? Я полагаюсь на тебя. Валяй. Как всегда. Только взял в долг деньги, а меня уже называют плутом Коса. Все из-за Цербера, он судил больше всех. Кого-кого? А, то циклоп, то цербер. Надеюсь, он не трехглавый пес. Что за глупости? С циклопом все было не так. Сейчас я хочу заключить мир и поднести мое лучшее вино. Лучшее? Может, сносное? Алексиос, ты мне как родной. А раз мы семья, уверен, ты не бросишь меня в беде. Ха, уверен, значит. Обещаю, в этот раз я заплачу. Отнеси вино Церберу и все. Что ж, по старой памяти. Ты надежный человек! А Цербер получит отличное вино к ужину. Он у себя дома. Надеюсь, Цербер не кусается. Это ты, Цербер? А ты кто? Фух, голова одна. Я принес дар. Ты пробовал вино Маркоса? Лучшее из лучших. И какое оно? Сладкое, да. Очень вкусно с хлебом. Вы не задобрите меня вином. Я не забываю, кому одалживаю деньги. Маркос хочет мира. И благодарит за терпеливое ожидание. Выпей со мной, раз вино хорошее. Ладно,
Нет, лишь вино. Ты обманщик. Что-то мне дурно. Во рту до сих пор привкус вина Маркоса. Ты вернулся? Ну и как? Хотя знаю, Цербер хочет еще одну амфору. Нам стало плохо, Маркос. Не верю. Лучшая партия. Невозможно. Не мог сказать, что хочешь его убить? Так я сказал, я новый Маркос. Не убиваю, а несу добро. Но есть плохая. Нет, дело дрянь. Братья доберутся до тебя. Как же быть, как же быть? Что же это я? Алексиос, ударим сами! Что? Каким образом? Мой лучший друг, наполовину бог! Это как иметь маленькую армию! Ты давно это задумал, верно? Их совсем мало! Три брата и горстка их людей! Легче легкого! Три? Их же не просто так Цербером зовут! Три брата-близнеца! Вот так! Все опасны, как на подбор! Что ж, значит, его братья будут нам мстить. Погоди-ка, погоди-ка! Просто нужно опоить еще двоих! Что ты намерен делать? Мы их запугаем. Угроза — это как встретить медведя. Очень страшно. Нужно поджечь дом братьев, если быть точным, амбары. Плохая идея. У тебя есть повод не доверять мне? Впрочем, не отвечай. Доверься. Ну, как скажешь. Вряд ли сработает. Я не зря готов пожертвовать возможными клиентами. Я схожу к амбарам. Не щади их! Амбары находятся в городе Остепалея. Рядом будут головорезы. Ясно. Один амбар есть. Еще один амбар. Пойду навещу Маркоса. Цербер оставит тебя в покое. Ну, похоже, что нет. Я видел одну крестьянку, очень грустную. И? Кажется, я мог... То есть я случайно, само собой, отправил тебя не туда. Я сжег не те амбары. Я был уверен, что это амбары Цербера. Ты должен поверить мне, я ошибся. Как это случилось? Ты знаешь остров, у тебя ведь был план.
Их люди вечно бродят у того дома. Видимо, дело в крестьянке. Как же я заблуждался? Одни напасти. Мы знакомы с тобой так давно. Кто может простить меня, если не ты? Кто-нибудь терпеливый. Хочешь, чтобы я умолял? Я согласен. Спаси меня от Цербера. Маркос! Разве я подводил тебя? Пару раз, да. Может, и больше. Но не бросай меня, прошу! Нельзя уберечь того, кто делает глупости, Маркос. Вспомни тот день, когда я нашел тебя, Алексиос. Это был твой час нужды, и Маркос пришел на помощь. Теперь ты помоги мне. Я расплатился с тобой. Не отрицаю, но Цербер спустит на меня своих собак и головорезов, и я погиб. Помоги, и мы преуспеем. Опять ты о своих, мы. Послушай-ка, за помощь ты получишь топор моей мамы. Она была воином. Хочешь верь, хочешь нет. Ладно, поживешь пока. О, я не слышал слов слаще. От меня трудно избавиться. Поэтому я еще здесь. Как вовремя. Они рядом, слышишь? Ну что ж, Маркос, вот и все. Это конец. Победа наша! Я бы сказал, что был неуязвим, но боюсь сглазить. Да, потому ты и жив. Шучу, шучу. Я тебе жизнью обязан, Алексиос. В награду ты получишь мою дружбу и море вина. Возрадуйся. А, и топор мамы. Жизнь стала простой. Благодарю. И как я без тебя? Жизнь без приключений – это то, что тебе нужно. Зато они ждут тебя. Заходи ко мне на чашу вина. Да, там видно будет. Пафсе, повумесе.